потом он появился в Москве. И снова разделываю всех под орех «Вася Совесть». Знаете, друзья, мне порой кажется, что «Вася Совесть» появляется вообще неожиданно в самых разных городах. Частенько это совпадает с нашими приездами в эти города. Серьезно вам говорю, абсолютно. Заканчивается концерт, да, какой-нибудь, я не знаю, там. В Ижевске, там. Вот, вот, пожалуйста, человек его видел, вот, видите? Видите, вот человек его видел, вот так же к нам подходит. Там, в Ижевске, в Перми, я не знаю, в Казани, в Нижнем Новгороде. Говорит: Александр, вам по секрету скажу. Знаете, у нас Вася живет точно совершенно. Я его знаю, это Вася. Ну, один класс именно, это Сухая. Это точно он. Мы не можем как бы убеждаться в том, но нам вот кажется, что он действительно существует, он наводит порядок, так сказать. Так что, понимаете, искусство творит жизнь в гораздо большей степени, чем жизнь творит искусство. Так говорил еще Оскар Уайлд, ребята, а он понимал долг в искусстве. Но сейчас я вам хочу спеть такую, знаете, алавердышную, я бы сказал, песню. Все-таки, ну реально, мой день рождения был вчера. Так уж мне подвезло. Моя мамочка сделала, как я шутил в детстве, там, подарок, значит, себе, соответственно, на 8 марта. Ну, в любом случае, вот 7 марта, так, ну, в любом случае хорошо, потому что 8 всегда выходной, правильно? То есть в субботу можно типа расслабляться, потому что это типа как суббота, получается, 7 марта. Но поэтому вчера мне звонили много-много-много людей, и мне сегодня хотелось бы алаверды, как бы сказать, таким, ну что ли, наиболее для меня важным, сердечным звонкам. Позвонил Гарик Сагачев, позвонил Жека Маргулис, позвонил Костя Кинчев, позвонил Андрей Бледный из 2517, позвонил Захар Прилепин, который сейчас заканчивает свою вторую уже гуманитарную миссию в Новороссии. В этот раз, вы знаете, он собрал гораздо больше денег, собрал порядка 13 миллионов рублей, на все эти деньги закупил гуманитарку, в основном это продукты и лекарства. Ну, еще и Губер, значит, Нижегородский там им подкинул, ну, воодушевился, понимаете, такому делу, и подкинул 10 тонн тоже продуктов и медикаментов, поэтому Захар поехал вместе со своими друзьями, и вот все эти две недели, сколько его не было, они вот просто адресно развозили, надеюсь, что когда он вернется сюда, мы сумеем прочитать в его постах, кому и как вообще эта помощь была предоставлено, но мы уже видели маленькие видеосюжеты, я думаю, вы тоже видели. Поэтому я хочу сейчас вот сказать большое-большое спасибо всем, кого я перечислил, а также кого я не перечислил, в силу того, что их было очень много, и спеть для них, для всех песню, как бы такую, знаете, братскую, что называется, песню. Подхватывайте, друзья, там с нами душевный Ваня Хлопыстин, соответственно, находится, и многие-многие наши клевые чуваки. Часто вечерами, эти дни когда-нибудь мы будем с